Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Range Rover Evoque 2012 года выпуска с двигателем 2.2, автомат, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе, фильтр масляный, воздушный, салонный. Но помимо этого еще мы сольем масло с маслоуловителя, который у нас установлен здесь на вентиляции картерных газов. За пробег в 15 тысяч там набралось пол бачка. Кто-то может быть для себя определится и решит поставить, потому что все это масло, которое собрано в бачке, попадало бы в воздушный канал и загаживало бы и интеркулер, и масляную и забивало бы воздушную систему. Снимаем вот эти клипсы. Снимаем крышку. Снял лючок, у нас вот он стоит, уловитель масла. Он сейчас у нас наполнился наполовину, поэтому мы его достаем, сливаем из него масло. Это не заводская установка. Сейчас вы обратите внимание, что она необходима. Эти двигатели, они все через вентиляцию картера бросают масло. И чтобы это масло не летело в кулер, вот ставят такие уловители. Снимаем жабо. Я здесь частично уже скинул распорку, скинул клипсы, дворники скинул. И вот здесь защелки на лобовом стекле выдергиваем жабо и снимаем его. Ну, чтобы удобно нам было снять этот компенсатор. Сейчас сниму жабо. Вот он наш уловитель, маслоуловитель. Сейчас откручу хомутики, расслаблю его и вытащу. Снял хомуты. Вот, как видно, темная уровневая трубка. Вот сейчас наклоню, масло пойдет, вот оно пошло. Это пол бачка набралось масло с вентиляцией картера. Сейчас пробку откручу, солью его и установлю назад. Слил масло. В общей сложности получилось где-то грамм, наверное, 400, 300-400. Это за 15 тысяч километров пробега. Ставлю его назад. Сборку уже показывать не буду. Потом уже заменим воздушный фильтр. Раскручиваем по периметру саморезы. Крестовая отвертка. Приподнимаем, отводим в сторону и вытаскиваем воздушный фильтр. Фильтр тоже стоял ман. Также мы устанавливаем ман C29006. Поправляем резинку, чтобы она ровно легла по периметру. И закрываем крышку. Закручиваем саморезы. Протягиваем все саморезы по периметру и поднимаем автомобиль. Подняли автомобиль, сняли защиту. Стоит она на 7 болтах М6. Сливной болт у нас на 12, то есть сливной болт у нас головка на 21, но диаметр, где резьба, там, по-моему, маленький, то ли восьмерочка, то ли десяточка.
Поэтому, когда такие вещи затягиваются, надо затягивать очень аккуратно, чтобы его не оборвать и не обломить. Ставим тазик и откручиваем. Вот про что я говорил. Видите, десяточка. Сливаем. Слилось масло, берем, закручиваем на пробочку на место, обязательно, чтобы было колечко уплотнительное, и слегонца подтягиваем. Смываем очистителем карбюратора старое масло и протираем. Все, теперь мы меняем масляный фильтр. Вот его видно, кронштейн возле, то есть корпус масляного фильтра возле кронштейна кондиционера. Головка на 27, откручиваем колпак и снимаем его. Так, берем головку на 27, трещоточку заводим за шланг кулера, интеркулера, одеваем на крышку масляного фильтра и откручиваем. Вытаскиваем. Подсунем здесь, чтобы пеленка у нас масло не марала. И снимаем крышку. Много от лошади или коровки? Вот он, фильтр. Берем новый фильтр фирмы MAN HU 711-51. Также в комплекте с фильтром идет новое уплотнительное резиновое кольцо. Мы его тоже это снимаем и новое устанавливаем. Установил новую резинку, новый фильтр. Резинку смазал силиконом. Также спереди патрубка я завел на место и наживил. Берем ключ и затягиваем. Фильтр мы подтянули, убираем тряпку, устанавливаем на место защиту и опускаем автомобиль, заливаем масло. Опустил автомобиль, заливаем масло. Масло мы будем использовать Castrol для Land Rover, который идет, опять 5W30. Номер его оригинальный 156F9D.
Вливаем 5,5 литров и потом меряем уровень. Залил 5 литров масла. Проверил щуп. Щуп полный. Поэтому сейчас пока я больше не доливаю. Заведем автомобиль. Потом уже выставим в чистую. Идем, меняем салонный фильтр. Открыли пассажирскую дверь. Вот здесь у нас стоит фильтр. Сейчас мы снимем вот эту крышку. И нам надо открутить вот этот кронштейн. Крепится он здесь на одной клипсе и болтик на М6. Сначала откручиваем болтик и снимаем клипсу. Болтик открутили, теперь снимаем с клипсы. Все, вот они. Сошла. Ну, для удобства еще можно снять вот проводка, разъемы вот эти, чтобы кронштейн снять полностью. Полностью убираем кронштейн. И вот она, крышка у нас. Сидит вот на таких защелочках сбоку. Раз, два, и сверху третья. Снимаем крышку. И видим салонный фильтр. Стрелка указана в салон. Устанавливать будем точно так же. Поддеваем его. И вытягиваем. Все, старый фильтр мы вытянули. Берем новый фильтр фирмы MAN CUK2733. Достаем и устанавливаем стрелками в салон. Фильтр сделан гибким, поэтому заводить его удобно. Ну, не совсем удобно, но можно изловчиться вот таким образом. Заправляем его сначала снизу и потом заправляем сверху. Фильтр у нас установлен. Берем крышку, вот этими фиксаторами заводим в защелки.
защелкиваем их. Крышку мы закрыли. Берем на место, устанавливаем кронштейн, верхнюю клипсу, вон она, красная клипса, ее видно. Проводку мы защелкнем потом. И закручиваем болт М6 крепления кронштейна. Сейчас мы можем защелкнуть проводку одну и вторую и установить на место вот эту декоративную крышку. Все. На этом замену мы закончили. Всего вам доброго!